принять или приняла уже, мы имели где-то в районе 20 миллионов квадратных метров пятиэтажек в Москве. Вот, 12 миллионов я снес. И не было ни одного протеста. Почему? Потому что мы заинтересовали строителей, взяв на себя и всю инженерию, и всю социальную сферу. На это город выделял деньги. Мы сказали строителям, сносите пятиэтажку и в этом же месте переселяйте семьи. Квартира на квартиру. В этом же месте, без каких-либо доплат, потому что там живут бедные люди. И ни у кого возражений не было. Были просьбы, скажем, семья разрослась, и из двухкомнатной квартиры они хотели переехать в трехкомнатную. Я говорю, нет вопроса, за одну комнату доплатите, остальное все бесплатно. Эти нормы все были прописаны, и не было возражений получить квартиру в новом доме, да, бесплатно, с другими условиями, кухни там, и так далее. Это же ну, мечта даже, может быть, сказать. Сейчас скандалы. Скандалы. Нужно переселять этого человека, а это обычно пожилая публика, так? Они привыкли к этому району. Пусть плохой район, но привыкли. Так? Пойди им навстречу. Потом доплаты какие-то, конечно, и потом сейчас люди меньше верят в власти.